Наш город очень молод. Ему нет и 300 лет. 16 мая 1703 года на лесистом острове в устье Невы царь Петр заложил крепость. Если верить легенде, в этот час в небе над островом показался орел. Как появился орел над печальной северной низиной? Откуда он прилетел и зачем? Орел опустился на перекладину ворот будущей крепости. Царь счел это добрым предзнаменованием, взял орла на руку и вошел с ним в город, которого еще не было. Петропавловская крепость. С нее начался город. Главный собор столицы и политическая тюрьма. Усыпальница императоров и место казни. В Петропавловской крепости были заключены революционеры нескольких поколений. Декабристы, народовольцы, большевики. В ее тюрьмах томились писатели Радищев, Рылеев, Достоевский, Чернышевский, Горький. Твердыня власти роковой. Это слова Пушкина о Петропавловской крепости. Петербург стремительно вырастал наперекор стихиям природы. Со всей России гнали сюда бесконечные толпы мужиков. Под ледяным ветром строили они для новой столицы подобие античных храмов и Версальских садов, крепостей, базилик, замков. Зодчие многих стран съезжались в Петербург. Здесь открывались небывалые возможности. Город возводился по грандиозному плану, как единое целое. Создавались не отдельные здания, а целые архитектурные ансамбли. В новой столице закладывался фундамент новой России. Основаны первый русский театр, музей, училище, академия наук. Петербург поднимался словно мост, перекинутый из прошлого в будущее.
На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел. Пред ним широкая Нева неслася, бедный чём по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца. И лес, неведомый лучам в тумане спрятанного солнца, кругом шумел. И думал он, отсей грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природе здесь нам суждено в Европу прорубить окно. Есть в Ленинграде памятник, без которого нельзя представить город. В подножье его гром камень, гранитный монолит, дикая скала, найденная в окрестностях Петербурга. Целый год продолжался путь длиной в 12 километров. И громкамень лег в подножье медного всадника, памятника основателю города. До сих пор сохранился летний дворец Петра. Скромный дом, не похожий на дворец. Петровские вельможи жили куда пышнее своего государя, вечного работника на троне. О, мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте уздой железной, Россию поднял на дыбы? Он совершил свой исполинский труд. Строитель и мореплаватель, законодатель и полководец. Петру пришло время блестящих праздников и дворцовых переворотов, бриллиантовых пуговиц и зеркальных карет, время императрицы и их фаворитов, изысканной лести и цинического остроумия. Однажды в Петропавловском соборе в пылу проповеди священник воззвал к памяти основателя города. «Восстань же, великий монарх, и воззри на любезное изобретение твое». «Зачем он его зовет?» – заметил один вельможа. «Если встанет, всем нам так достанется».
Угасал 18 век, век рождения Петербурга. Уходили в прошлое варварская роскошь двора и накал дворцовых интриг. В земле Александра Невской лавры покоятся вельможи и поэты, архитекторы и полководцы. Великий Ломоносов, первый русский академик, ученый, поэт, художник, реформатор языка. В лавре похоронены Суворов, Фон Визин, Чайковский, Достоевский. В 13 веке здесь, на диком берегу Невы, была жестокая битва. И в память о победе князя Александра Невского над шведским войском Петр I заложил этот монастырь, Александра Невскую лавру. Чтобы соединить монастырь с центром Петербурга, в лесу прорубили широкую аллею. Эта аллея стала главной улицей города – Невским проспектом. Прошло 100 лет, и юный град, полночных стран краса и дива, из тьмы лесов, из топи блат, вознесся пышно, горделиво, где прежде финский рыболов, печальный пасынок природы, один у низких берегов бросал в неведомые воды свой ветхий невод. Ныне там, по оживленным берегам, громады стройные теснятся, дворцов и башен, корабли толпой со всех концов земли к богатым пристаням стремятся. В гранит оделась Нева, мосты повисли над водами, темно-зелеными садами ее покрылись острова, и перед младшей столицей померкла старая Москва, как перед новой царицей порфироносная вдова.
Центром новой столицы стала Дворцовая площадь. Все здесь, перед императорским дворцом, говорило о победах. Триумфальная колесница славы над аркой главного штаба. Александрийская колонна, поставленная в честь победы над Наполеоном. 600 тонн гранита держится на пьедестале лишь силой своей тяжести. Почти век не замирали на площади строительные работы во славу имперского величия. Эта площадь помнит блестящие воинские парады и кровавый расстрел демонстрации рабочих в 1905 году. Эта площадь стала свидетелем падения Российской империи. Октябрьская революция совершилась в ночь с 25 на 26 октября 1917 года. Восставший народ под руководством партии большевиков пошел на штурм Зимнего дворца. Вооруженным восстанием руководил Владимир Ильич Ленин. Одно из первых воззваний советского правительства – «Берегите народное достояние». Революция взяла под охрану культурное наследие прошлого и открыла дорогу новому искусству. Наш город, город первой в мире пролетарской революции, стал называться именем ее вождя, великого Ленина. Эрмитаж и Зимний дворец были объявлены народным достоянием на четвертый день установления советской власти. Thank you.
Еще Петр начал собирать в новой столице произведения искусства, памятники мировой культуры, всечеловеческого прошлого. Над него стучали топоры строителей, едва намечались улицы, а летний сад уже гордился античной Венерой с великими предосторожностями, привезенной из Рима. Как ревнивый влюбленный, царь велел поставить возле нее часовых. Венера Таврическая – первый из шедевров будущего Эрмитажа. После революции коллекции одного из крупнейших в мире музеев увеличились в 3 раза, а двери распахнуты для всех. Сокровища Эрмитажа необозримы, от египетских папирусов до полотен Пикассо. Thank you.
Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она с наступлением весны вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы. Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, но которую вдруг на один миг как-то нечаянно сделается неизъяснимо, чудно, прекрасно. А вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя, какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза? Достоевский. «Белые ночи». Из воспоминаний мечтателя. Русская литература XIX века. Гоголь и Достоевский, Пушкин и Толстой – не имена из хрестоматии, но живые образы, живые слова. Мы читаем наш город. Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге. «Для него он составляет все», – писал Гоголь. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Невский проспект есть всеобщие коммуникации Петербурга. «Дивно устроен свет наш», – думал я, идя третьего дня по Невскому проспекту. «Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша. Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Но страннее всего происшествие, случающееся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект. Но более всего тогда, когда ночь сгущенную массою наляжет на него, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде. Ее покрылись острова, и перед младшей столицей померкла старая Москва, как перед новой царицей парфироносная вдова. Люблю тебя, Петра Творенье, люблю твой строгий стройный вид, невыдержавное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих в их задумчивых ночи прозрачный сумрак, блеск безлунный. Люблю тебя, Петра Творенье, люблю твой строгий стройный вид, невыдержавное течение, береговой ее гранит,
твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный. Когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, ясно спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла. Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собой многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, и рядом с ними это легкое имя Пушкин, сказал Александр Блок. Несколько десятилетий, целую эпоху в судьбе города следующее поколение назовут одним именем – Пушкинская эпоха. Жизнь великого поэта оборвалась рано, в 37 лет. Но будущее русской культуры определил именно он, Александр Пушкин. Его гений открыл миру и неповторимый гармонический облик Петербурга. С той поры самый воздух города словно пронизан стихами. О Петербурге писали Лермонтов, Тютчев, Некрасов. Еще недавно здесь звучали голоса Блока, Ахматовой, Маяковского. Но, пожалуй, никто лучше Пушкина не сказал о красоте города на Неве. Люблю тебя, Петра творение. Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державные течения, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла. И не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Пушкин любил этот город, был связан с ним тысячу нитей. Но он чувствовал и скрытое, мятежное начало в душе Петербурга.
Но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла гневна, бурлива и затопляла острова. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась, перевела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь остервенясь, на город кинулась. Пред нею все побежало, все вокруг вдруг опустело. Воды вдруг втекли в подземные подвалы, к решеткам хлынули каналы, и всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен. Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным, особенным светом. Задворки имперской столицы, кварталы бедных людей, мир героев Достоевского. В переулках возле Екатерининского канала или на песках из тумана возникают тени Раскольникова, Макара Девушкина, мечтателя белых ночей. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в 30-м неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо идеального и вместе с тем, увы, Настенька, тускло-прозаического и обыкновенного, чтобы не сказать, до невероятности пошлого. Услышите вы, Настенька, услышите вы, что в этих углах проживают странные люди, мечтатели. Петербург враждебен мечтателям. Он безжалостен к своим детям. На его снегах умирал Пушкин, лилась кровь декабристов, ждал часа казни Достоевский. И все же именно здесь родилась литература, полная пронзительной боли и любви к человеку. Светом человечности и надежды пронизана вся русская культура.
История русского балета начиналась в классах хореографического училища. Отсюда вышли великие балетные артисты прошлого и настоящего. Истомина, Семенова, Павлова, Фокин, Нижинский, Уланова. 200 лет все новые и новые поколения детей постигают здесь высокое искусство классического танца. Традиции русской живописи уходят глубоко в прошлое. Но 18 век для нашей культуры – век коренных перемен. Новое искусство рождалось в Петербурге. С Академией художеств связаны имена Рокотова, Левицкого, Репина, Серова, Петрова-Водкина. В Русском музее Ленинграда собраны лучшие образцы национальной живописи. В истории Второй мировой войны подвиг Ленинграда – страница особая. В 1941 году город был окружен, замкнут в кольцо блокады. 900 дней держал оборону осажденный Ленинград. Мужчины ушли на фронт, на их место пришли женщины, старики, дети. Город голодал, в темных промерзших квартирах вымирали семьи. 11-летняя девочка Таня Савичева писала в дневнике. Женя умерла 28 декабря 41 года. Бабушка умерла 25 января 42 года. Лёка умер 17 марта 42 года. Дядя Вася умер 13 апреля 42 года. Дядя Лёша умер 10 мая 42. Мама умерла 13 мая 42. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась
одна Таня. В Ленинграде погибло около 650 тысяч человек. Но Ленинград не сдавался. День и ночь стучал по радио метроном. Работа не останавливалась. Шли занятия в университете, институтах. В блокадном городе выходили книги. Бережно сохранялись коллекции Эрмитажа. Здесь была написана Шостаковичем и исполнена седьмая симфония. В осажденном городе шли восстановительные работы. В строительные леса оделись Адмиралтейство, Русский музей, публичная библиотека. 900 дней обороны Ленинграда. 900 дней невиданного мужества, терпения, невиданной веры в свою правоту. Каждую весну 9 мая, в годовщину Победы, по Невскому проспекту в парадных колоннах идут ветераны войны и люди новых поколений, знающие о ней лишь по рассказам.
На Пискаревском мемориальном кладбище похоронено 470 тысяч горожан, погибших в годы блокады. Ленинград возродился. Но жажда обновления не оставляет город. Чугун и бронза монументов, астральные колонны, заводы, портовые краны залива, корабли, приходящие со всех концов света. Все разнородно, и ничто не мешает друг другу. Как легко в Ленинграде смыкаются прошлое и настоящее. Покой старого города и энергия новой жизни.
Здесь будет город. Чудо света. Сказал, закладывая Петербург, его основатель. Сюда призову все художества, все искусства. Гражданские установления победят саму природу. Город помнит об этом. И, может быть, тайна его в том чувстве полета из прошлого в будущее, которое невозможно не испытать, даже раз посетив самую юную из культурных столиц Европы.